Всем привет, дорогие мои! С вами Аня Кононова, проект Фаберлик Онлайн. И в этом видео я вам покажу, что же мне пришло. Так, мне пришло маленько. Все только нужное, все только важное. В общем, ничего лишнего. У нас закончились чаи. Чаи Фаберлик мы очень любим пить. Это антистресс и иммунити. Очень классные составы. Я их заказала все по 3 штуки. Первый чай идет у нас иммунити. Тут идет 21 фильтр пакетик. Артикул 157.70. Очень шикарный состав. Вот после болезни месяц попить такой чай по кружечке в день, я думаю, будет полезно каждому. Вот, Викуське мы этот чай нашей 9-леточки тоже даем. Антистресс. Мы Викуське завариваем, себе завариваем. Ну, в основном только Викуське, потому что она у нас за день, ну, можно так сказать, перевозбуждается, когда мы ей даем вот этот чай, и он очень хорошо работает. Тут есть и мелисса, и ромашка, и ребенок нормально засыпает, очень хорошо. Ну, еще мы ей даем магний. Скоро магний появится в компании Фаберлик, пока он есть только вот Яндекс, Маркет, Вальберис, ну, где-то там вот заказываем. Итак, 156-67, да, вот такой вот состав классного чая, тоже 21 фильтр пакетик. Далее кепки. Кепки нескольких цветов. Очень такие прикольные, как вы видите. Это новинка на моем канале. Такие вот хорошенькие кепочки. Давайте будем открывать. Эти кепки, они идут для того, чтобы мы с вами могли сочетать с таким же цветом одежды, чтобы у нас с вами был монолук. В принципе, кепки клевые. Тут вставлено это все мы не носим. Да, то есть вот такая вот кепочка. Артикул 60.0803. Кепка бейсболка. Тут у нас регулируется все нормально. Кстати, пойду-ка я на Вику примерю. Ну, могу сказать, что это нормальная, обычная среднестатистическая кепка. Тут у нас отодвигается, регулируется сколько нужно. Можно поменьше, побольше. Ну, вот на мою дочку 9 лет, она великовата. Все-таки пока еще будем носить детские. Так, дальше у нас с вами идет такая вот голубая кепка. Цвет в цвет показано очень даже хорошо. Мне нравится. Очень красивый, классный оттеночек. Удобно будет. Видите, козырек такой. Тут еще есть на всех кепках какие-то вот вышивки. Цена подойдет и к джинсовому костюму и так далее. Лиловая кепка. Она идет, я так понимаю, что к лиловому костюму. Артикул у нее 600805. Тоже такая хорошенькая. Так, и третье тоже будем с вами открывать. Так, артикул у нее 600806. Все они 56 сантиметров и идут 100% хлопок. То есть такая вот хорошенькая. Так, что же я заказала дальше в первой коробочке? Это у меня лежит спрей. Это легендарный кислород, который идет как восстанавливающий. Тут идет в составе средства для мгновенного увлажнения и защиты молодости. Он обладает охлаждающим эффектом. Эффект охлаждающий очень такой легкий, приятный. И плюс ко всему он еще снимает с лица следы усталости и освежает лицо. То есть это такой вот классный спрей. Мне очень нравится делать с ним маски, например. Такой вот он легонький. Он не сильно охлаждает, но лицу очень-очень приятно. Мы его берем с собой в поездки. Дома он у меня стоит просто вот так вот взбрызнуться. Особенно в жару очень приятно. Прямо освежает, знаете, мгновенно. У меня с него кайфует даже муж. За что я люблю именно его? Потому что в компании много различных спреев. У этого Stomelair, артикул 0256. Его я люблю за то, что у него очень нежный, клевый, классный, не бьющий нос, шикарнейший аромат и суперский эффект от этого вот охлаждения, когда хочется в жару. Конечно же, на лето я взяла побольше, потому что у меня с прошлых поездок в жаркие страны то, что оставалось, я израсходовала как раз-таки на маски. Поэтому я взяла побольше для того, чтобы у меня все это дело было в запасниках, чтобы я куда-то поехала, мне не надо делать заказ. К сожалению, в компании Фаберлик доставка заказов не всегда бывает вовремя, что-то падает в автозаказ, что-то еще, что-то. В общем, как на Яндекс.Маркете, приходится ждать иногда по 3, по 4 дня, иногда неделю. И это не совсем удобно, поэтому, когда оно стоит в запасничках и всегда под рукой, я прям довольна. Так, дальше
Я заказала себе на размер больше. Я уверена, что это маломерки, потому что вся предыдущая одежда с размером XL мне очень хорошо подошла. Мне очень понравилась вот эта вот кофточка, 92% хлопок, 8% эластан. Но она до такой степени обтягивала все мои недостатки. Все-таки я женщина 52 размера. И сильно, когда в обтяжку, видно все. Видно, как просвечивает бюстгальтер. Видно все складочки. И, конечно, это очень некрасиво. Особенно, когда ты садишься, все это бам-бам-бам-бам. В общем, я это дело не люблю. Но мне очень понравилось, как оно смотрится с пиджаком. Ты надеваешь, да, получается, вот этот топ с рукавом крылышка. А потом уже надеваешь пиджак. И получается очень-очень красиво. Поэтому я заказала 2 XL. Артикул 862-979. Я думаю, что мне понравится. Ну и вы пишите, как оно на мне. Так, дальше. Это у нас следующая коробочка. Тут тоже есть новинки. Так, заказ. Кононова Анна Анатольевна. Заказ 8000 рублей по моему ценнику. Как вы видите, 8524 рубля. Пакетик рублевый. То забываю, то не забываю удалить. В общем, как-то так. Так, первое, что у нас идет, это губка. Губка тоже абсолютная новинка. На моем YouTube-канале еще ни разу не было. Ого, какая грубиянка. Размер 9 на 9,5 на 1,3 сантиметра. Артикул 910-434. Очень грубая губка. Сейчас я вам ее увеличу. Прямо очень грубая губка. А на ногтях у меня, кстати, Лак Фаберлик. Потому что покрытие уже отросло. Я думаю, ей будет безумно удобно мыть посуду. Очень даже удобно. Да, как вы видите, такая она. Ну что ж, я довольна. И там что-то внутри прям очень-очень упругое. Аннотация на нее тоже интересная. Наполнитель идет сетка. Материал верха нить из нержавеющей стали. 30% полиэстер. Вот оно что. А наполнитель сетка. Очень такая, знаете, необычная, упругая. Там не губка внутри, а что-то такое вот упругое. Прикольное. Ну что ж, посмотрим. Очень понравился размер. Маленькая, удобная, везде войдет. И в посудомойку, в отдел с вилками, ложками тоже войдет. Здорово. Заказала, конечно же, 2 штучки таких на пробу. Дальше еще одна новинка. Тоже взяла 2 штучки. Хочу попробовать. Это салфетка для удаления пыли. Я так понимаю, это сухая. Ой, какая нежная. Та прям грубая была. Это очень-очень нежная. Так, размер у нее 30 на 30. Материал микрофибра. Срок службы 12 месяцев. Артикул 910-432. Влажная и сухая уборочка идет. Как захочется. Очень-очень мягкая. Знаете, у нас есть половая тряпочка, так вот очень похожа на нее, красная такая есть. А это прям вот она, я знаю, что она будет очень хорошо собирать. Лишь бы дочка не увидела новый цвет тряпочки и не сказала, ой, это мне одеялка для куклы. Она мне все тряпки забирает. В общем, пара тряпочек. Так, дальше. Омега. Начала у нас заканчиваться омега. Мы пьем именно омегу 3 форте, но она нужна всем. Ребенок пьет, я пью, муж пьет, старшая дочь тоже пьет, поэтому ее надо много. Когда у нас Викуся болела, и мы все потом заболели, мы пили по 2 штуки 3 раза в день. И у нас она очень быстро закончилась. Дозировку омеги нужно увеличивать, когда болеешь. 100 лет не заказывала, решила заказать гамаш для лица, глубокое очищение для жирной комбинированной кожи. Это мне на некоторые дни женские. 0,271, когда кожа сильно жирнится. Сколько я его помню, он мне очень-очень нравился. Но потом появлялись все новые-новые, и я про него забыла. А тут думаю, дай закажу, стой он в ванной. Срок большой использования, то есть такой нежненький гамажик с очень приятным, свежим, клевым, классным ароматом. Почему бы не взять? Так, дальше. Не поверите, значит, футболки XL. Мужу до такой степени понравились эти футболки. Он сказал, закажи мне еще 3 штучки. Ну что ж, будет сделано. Тут вы его увидите, конечно же, моего мужа, потому что я уже снимала эту футболку, как на нем черная футболка с размером XL. Артикул 826-752. Про себя скажу, что это очень плотная, классная, хорошие, суперские футболки. Они не такие прям супер-мега легкие, но оно вообще просто идеально на нем сидит. Длина идеальная, все идеально, и не в обтяжку, и ему очень-очень в них комфортно. Он пока в стирку не отдаст, он все носит. Он все носит. Так, это у меня омолаживающая сыворотка для лица с лифтинг-эффектом. Артикул 1408. Взяла с 70% скидкой по ВИПу. Уже через 8 каталогов, ну буквально, да, через полгода я буду уже ВИП рубиновый. Пока я ВИП 100 золота. И с 70% скидкой ВИП 100 золота, вообще с уровня ВИП 18, берется 2 продукта с 70% скидкой, даже самых дорогих. Буквально недавно на свой телеграм-канал я снимала обзор, где прямо через телефон с экрана компьютера, где я забрала и
сэкономила 2 с лишним тысячи рублей, потому что я VIP. Вот, поэтому классно брать дорогие продукты, очень дешево. Так, дальше я заказала гель-скатку для лица. 100 лет не заказывала, потому что у нас как-то давно была программа, где были подарки за рубль. И я взяла таких, по-моему, 15, что ли, штук. И очень долго тратила, потому что оно, это средство, оно классное, оно экономное. Нужно нанести небольшое количество гель-скатки на сухую очищенную кожу лица. Умылись, вытерлись полотенцем, а потом наносите скатку. И массажными движениями равномерно распределяем по лицу до образования катышек. Если катышки образовались, это говорит о том, что все, лицо почищено, лишняя кожа скаталась, и можно смывать. Смываем, конечно же, водой. Мне очень-очень понравилось. Тщательно прям смываем, чтобы эти катышки все смылись. Запах обалденный. Линейка идет Айсеул. Артикул 0851. Открою, сразу ванну поставлю, потому что у меня уже в ванной много-много чего закончилось. Такая вот скаточка. И начинается, видите, она какая экономная. И начинается, вот я когда вот так вот долго делаю по лицу, там виски, лоб и так далее. Вот видите, начинает старая кожа скатываться, обновляться. Ну и, конечно, после такой чистки, ребят, видите, вот оно заскатывалось. После такой чистки обязательно крем, потому что все оголено. Какой-нибудь хороший увлажняющий крем по типу вашей кожи. Прям обязательно. Вот. Запах легкий, сладкой и приятной прям свежести. То есть очень сладкая, приятная свежесть. Мне нравится. Ну и далее я заказала, у меня вот закончился кислородный мусс для глубокого очищения лица. По идее его очищают сеточкой и так далее, но я просто так его капаю на ладошку и очищаю. Вот он такой, видите, густой. Я его просто вот так распределяю по лицу. Он немножко пенится. Сейчас он в сухом виде, понятно, да, без воды. Он слегка чуть-чуть пенится, и кожа после него прям скрипит. Очень нравится. Я умываюсь обычным средством, потом еще могу умыться им. Запах наиприятнейший, суперский. Очистка реально глубокая, потому что, ну, прям скрипит, понимаете, да. 75 мл он идет, артикул 5739. Тут идет 3 уникальных компонента для доставки кислорода и активации его использования каждой клетки для эффективного синтеза энергии. Прям, ну, крутая штучка. Тут есть витамин С, глутатион также в составе. И он очищает внутриклеточное пространство и поддерживает здоровую экологию клеток и усиливает эффективность превращения кислорода в энергию. Вот это вот прям здорово, да? Поэтому я довольна, что у нас такие средства есть. Оно не дешевое, но оно и не должно быть дешевым. Получается, что это уникальное средство для глубокого очищения. И специальный состав из густой, стойкой и пушистой пены нежно очищает поры лица от загрязнений, излишков себума. И кожа становится чистой, мягкой, увлажненной и скрипучей. Надо было тут это тоже подписать. В общем, нравится цвет, вкус, запах, удобство использования, консистенция. То, что тюбик стоит вниз и пользуешь до последней капли. В общем, все-все-все. Идеально. Дальше заказала мицеллярочку. Такая вот она мицеллярочка с пребиотиками. Хочу попробовать новую, потому что я вам говорила, что у меня от мицеллярной воды Axiology немножко пощипывает глаза. Мне не понравилось. Я ее как-то увидела в распродаже, думаю, боже, 100 лет ей не пользовалась, уже даже ее не помню, потому что ассортимент очень широкий. Поэтому вот 12.44 буду пробовать. Она идет 300 мл. Она очень нравится моей свекрови, прямо очень нравится свекрови, но пока что... Я сама ее ни разу не пользовала. То есть я рассказывала про нее со слов свекрови. 300 мл. Ну, будем использовать мицеллярная вода. Тут идет 95,8% натуральных компонентов. Она не содержит парабенов, силиконов, этилового спирта, минеральных мазел, СЛС, мыла, красителей. Тут в составе гипоаллергенная отдушка. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Будем смотреть. Объем большой. Я люблю большие объемы, чтобы открыл и надолго. Но большие объемы я с собой возить не буду никуда в поездке, конечно же. Зачем оно мне надо? Большие объемы я буду только использовать дома. А в поездку я с собой все-таки буду брать маленькую мицеллярочку, очень удобную, от Вербены. Она мне тоже нравится и глаза не раздражает. Вот взяла 2 штучки. Посмотрим. Дальше. Нашла такой вот тоник. Забыла уже, что он есть, хотя это новинка. Артикул 2819. А, это тоже мицеллярная вода, и она тоже большая. Вот, я ее еще хочу попробовать, точно, я вспомнила. 2819, она идет 270 мл. Вот это 300, вот это 270 мл. Да, ну, практически одинаковый объем получается. Еще эту водичку попробую. Хотя вербена мне нравится, но хочется чего-то новенького. Ну и, конечно, запасы. Это универсальное антибактериальное средство. Я его часто беру. По моим рекомендациям, наверное, весь уже проект Faberlic Online в робот-пылесос наливает вот это средство. Наливаем мы его пополам с водой. Он идет против бактерий и вирусов.
очень удобная вещь. По идее, им нужно вот просто ходить вот так вот и таким образом, вот видите, темнее, таким образом просто пшикать, можно пообеззараживать руки, то есть оно безопасно, оно идет без запаха, то есть такая очень-очень еле-еле-еле склизковатая, что ли, водичка. По идее, им можно и обувь брызгать, и места содержания животных, и гаджеты, полы, мебель. Кто-то заболел, там, не знаю, ручки в ванной, в туалете, саму ванну, унитаз. То есть им можно все опрыскивать. Но помимо того, что мы все это делаем, мы еще и заливаем его в робот-пылесос. Мне очень нравится. Пылесос не забивается, не ломается. Прям здорово. Все, да, у меня для лица закончилось. Поэтому еще заказала очищающий скраб. Артикул 0776. Он идет с васильком, с гранатом. И интенсивно очищает поры от загрязнений и удаляет ороговевшие клетки кожи, не травмируя ее. Будем сейчас с вами смотреть, что это такое. Ах, вот ты какой. 100 лет не брала, уже забыла, представляете? Вот такой вот. Ну, кстати, да, довольно-таки сильный очень скраб, я бы вам сказала. Такой прям ух. Пахнет чем-то таким, знаете, руссконародным. Я бы так выразилась. Артикул 0776, идет 75 мл. Ну да, я его вспомнила. Он хорошо, в принципе, очищает. Мне нравится. Вообще все средства для чистки, для лица, все закончилось. Поэтому все открываю. Ничего у меня в запаснике особо и не пойдет. Потому что дочка пользуется, я пользуюсь. Муж иногда, когда сильно кожа шелушится, пользуется. И это все уйдет. Почему-то по одной штуке заказала. Хотела в корзине исправить хотя бы на 3. И забыла. В общем, ладно, скоро будут купоны в компании Faberlic, вот там я все по 3 возьму. Итак, вот это у нас гамаш для лица, глубокое очищение, тоже идет для жирной и комбинированной кожи. Оно подходит мне в критические дни и моей старшей дочке. У нее кожа жирная всегда, волосы жирные всегда. Как бы вот так, артикул 0271. Гамаш, он идет нежнее, его можно уже на поврежденную какую-либо кожу. Видите, такой вот он нежненький, хорошенький, я не знаю, будет ли на камеру видны катышки. Но я увеличу, постараюсь, чтобы было прям удобно, чтобы было видно. И он уже, ну, не так мощно по коже, можно так сказать, царапает, скрежечет, чем этот. И он немножечко, как вы видите, пенится. Видно, что он будет пениться, когда будет в воде. В общем, такие вот классные средства. Гамаш бережно удаляет омертвевшие клетки, нормализует работу сальных желез и растительный комплекс на основе кипрея. И активная добавка из экстракта планктона устраняет жирный блеск и матирует кожу. Очень классная, да, очень классная штучка. Артикул 0271. Обзор был короткий, поэтому покажу еще немножечко вам пустых баночек. Значит, это новинка в пустышках. Исчистили зубки, ну вот буквально, не знаю за сколько. Артикул 2886. Очень вкусная, яркая, классная зубная паста. Хвалю ее, ставлю ей 5 с плюсом. Она идет 3 плюс без фтора. Есть еще такая же 6 плюс с фтором. Что могу сказать? Ну, тут прям совсем уже, да, видите, совсем уже ничего. Очень вкусно ярко пахнет, очень вкусная на вкус. Больше не закажу, потому что в связи с особенностями нашего развития Викуськи, да, у нее аутизм, она просто поедает эту зубную пасту, выдавливает, жрет ее. В общем, ей такое нельзя. А обычным детям, я думаю, это очень понравится. Так, корм для кошек, которого нет, но у нас он еще не весь закончился. Вот, значит, я рассказывала про мицеллярную воду. Мицеллярный лосьон, вернее, который, ну, пощипывает мне глаза, мне не нравится. Я чувствую, что, особенно когда я в линзах, что и линзы надо закапывать, промывать после него, что-то вот не то. Вот, например, после вербены у меня такого ощущения нет, ощущение классное. Хотя он очень шикарно смывает, и мне захотелось его заказать второй раз, но на глаза смывать только мицеллярной водой от вербены. А этим глазам мне не понравилось смывать, да, вот именно им. Хотя запах, цвет, консистенция, вообще как он очищает, это просто шикарнейше. Просто наишикарнейше. Ну вот видите, не мое. Пена для бритья. Артикул 0520. Клевая, классная, хорошая пена для бритья. Очень приятный аромат. Салфеточки для интимной гигиены 2607. Тоже очень вкусный аромат. Мой прям обожаемый сухой шампунь для волос. Артикул 2702 очень хорошо работает. Это шампунь для блондинок. Есть еще шампунь для брюнеток. Дальше лак для волос. Делали череду причесок. Вот один лак закончился. 89-73. Тоник. Очень нравится этот тоник. Перешла на него. 28-21. Действие отличное. Такой же, как у Renovage и так далее. Прям шикарный, очень классный тоник. Выбрала именно его только из-за того, что больше всех нравится вкус, аромат. Вот прям приятный, очень-очень приятный аромат. Так, средство. Ультракондиционер для белья. Артикул 118-53. Это мой самый-самый-самый-самый любимый.
любимее, наверное, нету. Первый по любимости, как мы прикалываемся. Опять-таки, наше универсальное антибактериальное средство 30-136. Гель для душа. Парфюмированный гель для душа. Донна Феличе. Это женский. Ну, очень нравится. Нежный, но такой, знаете, пряный аромат. Пряный аромат. Артикул 81-15. Все-таки больше всего мне нравится, знаете, Ферик и Сенсуэль. Мне больше всего нравится аромат. Ну, что-то такое вот, да. То есть этот нет. Он для меня тяжеловат, но в геле для душа он такой легкий и очень приятный. Иммуносистем-модулятор комплекс. Это иммуномодулятор Форте. Очень классная штука, пили всей семьей, даже моя дочка 9 лет, мой врач разрешила моей дочке его пить. Я знаю, что он не для детей, но она посмотрела состав, она все посмотрела и сказала, я не пойму, почему детям нельзя. Она говорит, я не пойму. Говорит, очень хороший, чистый состав, классный, без всяких там титанодиоксидов и так далее. Говорит, очень хороший состав. Артикул 156-79, поэтому мы пили с превеликим удовольствием и дочке давали. И действительно, вот после болезни оно самое-самое то. Дальше еще один такой же ультракондиционер. Дальше универсальное антибактериальное средство. 2-3 псилиум. Все вы знаете, мы на нем печем булочки. Рецепт я уже давала, 157-64. Также этот псилиум можно пить, и он выводит пакость из организма. Но когда вы его наводите, его нужно прям пить много воды. Много воды надо пить, когда очиститесь псилиумом. Да, его можно так просто принимать, он набухает, и такая безвкусная слизлая масса, которая, в принципе, ну и неприятна, и не противна. То есть там соли нет, ничего нет. Марокко, гель для душа. Очень приятный, клевый, классный. Запах такой, знаете, освежающий, пенится хорошо, запах пота хорошо убирает. Артикул 17-28, закажу еще, очень понравилось. Пена для ванны, мыться и веселиться, мои любимые занятия, поняли, да? Так, артикул 23-87, 200 мл, это кошка-манго. Запах очень яркий, бьющий в нос, крутой. Тоже ванну немножечко окрашивает, но тут только натуральные красители и отдушки. Так, кофе растворимый, добрый день. Тут меньше кофеина, поэтому мы его заказываем и пьем. Артикул 16-049. Опять средство для дезинфекции. Очень, кстати, очень понравился 3D Volume бальзам. Очень классные такие прямые суперские волосы. Вот если вам нужны прямые классные волосы, это к нему. Тут идут протеины пшеницы и также биотехнологический комплекс, который интенсивно укрепляет корни волос, заряжает волосы энергией, обеспечивает. В общем, он хорошо ухаживает. Артикул 18-87, 170 мл. И у него очень приятный аромат. Он очень прямо свежий, такой классный, приятный, суперский аромат. Далее, второй по любимости, да, ультракондиционер для белья. Артикул 118-55. Я прям не могу, мне вот хочется его прям послушать. Нежный, да, нежная такая свежесть. Очень супер. Сейчас будем чистить опять-таки пустые упаковочки, потому что в компании Faberlic есть эко. Дальше тушь. Так, тушь закончилась, 502-02. Ну, как закончилась? У меня такое чувство, что она начала засыхать. Очень классная, но на ресницах уже не ложится так, как ложилась раньше. Ну, она открыта больше, чем полгода, поэтому я не переживаю. Тушь хорошо все перенесла, получается. Универсальный крем с аргинином. У нас Викуся начала себя кусать, и вот мы этим аргинином мажем, и синяки проходят реально быстро. Прям очень хорошо, быстро. И я очень люблю этот аргинин. Допустим, гуляю, хожу, коленка заболела. И я намазала коленка, и все, боль прошла. Артикул 12-79. Чем чаще мажете, тем лучше. Не один раз, и все прошло, а надо хотя бы недельку помазать, там, допустим, 3 раза в день. Очень хорошее средство. 12-79. Так, еще одна пена для бритья. Еще одно средство. Так, это у нас идет бальзам интенсивное укрепление. Вот все-таки мое мнение, не знаю, кто слышал, кто нет, но мы же с вами едим и лук, и морковь, и мясо, и рыбу, крупы, и там зелень и так далее. И почему мы пользуемся одним и тем же шампунем? Я всегда люблю разные шампуни, разные бальзамы, потому что волосы от этого начинают расти, а не от того, что мы выбираем что-то одно и чем-то одним только питаем. В каждом шампуне и бальзаме есть свое. Вот тут, например, церамиды, которые укрепляют структуру кутикулы и поддерживают эластичность волос, и поэтому бальзам называется интенсивное укрепление. Артикул 189.9 или 18.99, тоже идет 170 мл. Он такой светленький, тоже у него такой сладковатый, ну для меня не очень такой приятный аромат, но его практически нет, я его практически не ощущаю. Дальше, очень классная масочка закончилась, кислородная маска для лица, освежает, очень хорошо ухаживает за лицом, упаковочка пластмассовая, вот подарите на день рождения кому-нибудь, вот будут постоянно у вас покупать, прям реально классная маска, артикул 57-95, выполняет все, что написано, еще и плюс ко всему, лицо прям после нее преображается.
Это у нас коктейль Wellness, 98 калорий в одной порции, 53% белка, антиоксиданты, минералы, пищевые волокна, вкус шоколада. Помогает похудеть, не перебрать, да, то есть если с утра вы очень сильно, там, не знаю, хлеб с маслом поели, еще и с кашкой на сливках, то, конечно, к вечеру лучше разгрузиться. И плюс тут такой вот классный список витамин, и плюс идет еще конъюгированная линолевая кислота, которая помогает сжигать жиры и активизирует обмен белков, но только тогда, когда вы двигаетесь, а не просто лежите и едите, а потом коктейль выпили и все нейтрализовали. Как у меня недавно девушка в чате говорит: ну я же пью Клактив, что я толстею? Я говорю: ну слушай, двигаться надо, чтобы похудеть. Оно же помогает, а не прям сжигает. Артикул 156-54. Просто хотя бы гулять, ну, нужно движение. Универсальное антибактериальное средство еще одно. Так, дальше. Концентрированный гель для стирки. Суперконцентрат 20 стирок, 118-42. Это вообще моя любимая любовь, потому что такое белоснежное классное белье только после этого геля. Я его прям очень люблю. 0197. Это маска с ароматом морожки. Очень классный аромат таких вот этих вот зимних ягод. Очень-очень нравится. Очень хорошо питает. Она действительно интенсивно увлажняет и питает волосы. Она придает силу блеск, предотвращает появление секущихся кончиков. Прям обволакивает так каждый волос. Я ей когда пользовалась 3 раза подряд только ей, у меня получились такие тяжелые, не очень приятные волосы. Поэтому я и попользуюсь в следующий раз другую маску. Потом опять эту, потом опять другую. Вот тогда прям для меня идеально получилось. Универсальное антибактериальное средство. Еще одно универсальное антибактериальное средство. Этих средств у меня всегда много, потому что робот-пылесос я запускаю 2 раза в день. Коралловый кальций. Это коралловый песок серебро. Артикул 157-30 для кондиционирования питьевой воды. Дальше гель для бритья. Израсходовал муж, сказал нормально. 27-16. Ну, у него кожа такая, знаете, никогда никакого раздражения не бывает. Поэтому он чем бы ни брился, все подходит. Вот такой вот гель очищающий для туалета. В пустышках 302-93 артикул. Кстати, новинки я уже тоже заказала. Новинки каталога. Это маска. Артикул 0744. В стеклянной такой классной упаковочке. Гардерика 40+. Использую ее не так часто, но сейчас уже можно и почаще, потому что мне 2 октября, уже 2023 года, 2 октября мне исполняется ровно 40 лет. Значит, что она делает? Она нежно удаляет поверхности загрязнения, она сужает поры, осветляет, гармонизирует тусклый цвет лица, разглаживает кожу, снимает следы усталости, обеспечивает эффект сияния кожи, успокаивает чувствительную кожу. И тут еще, знаете, такое дополнение, что если вы 2 раза в неделю будете эту маску делать, то она повышает упругость кожи, сокращает признаки старения кожи, придает коже здоровую сияющую. То есть хорошая такая масочка, и все, что заявлено, она действительно делает. Так, салфетки. Салфетки, слушайте, их, по-моему, в наличии уже нету. Я не буду говорить артикул. Так, жидкое мыло Викуськино 23,88. Что тут еще? А, вот как раз-таки чай иммунити, да, круговорот товара в природе 157-70, да, только о нем говорила. И вот он, пожалуйста, в пустышках. Универсальное антибактериальное средство. Очень мне нравится вот этот Театрю зеленый чай 13,44. Я его в увлажнитель капаю. И ребенку в комнате, и себе в комнате, и мужу в рабочем кабинете. В общем, везде капаю. Дальше 12,70. Это идет маска для слабых и поврежденных волос. Слушайте, отличная маска. Отличная маска. Но она больше как очень хороший бальзам. Почему? Потому что она масс-маркет. Очень дешевая. Дальше капсулы для посудомойки, как обычно. Так. Артикул, то ж я не сказала. Артикул 30-060. Экологически чистый состав у них, конечно же, что приятно. Мне кажется, вот за этим нужно очень следить, потому что экологически чистый состав говорит о том, что мы не жрем химию. Дальше. С артикулом 30-840 концентрированный гель. 3 в 1 для стирки деликатных тканей. 500 мл. Очень хорошо стирает все курточки, там спортивные костюмы. В общем, все, что нежненько. Так, еще одни салфетки для интимной гигиены. А это у нас тот же самый иммуномодулятор закончился. Он идет с артикулом 156-79. Ну, вот такой пакетик с пустыми баночками получился. Теперь всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте мне лайки, пишите комментарии, какой ваш любимый продукт.